Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова в этом году отмечает столетие. В 1921 году правительственным декретом в Баку была учреждена Народная консерватория, в которую сразу же, без экзаменов, были приняты первые студенты. С этого момента ведет свой отчет история профессионального музыкального образования Азербайджана, пиком которой стало основание Бакинской государственной консерватории. Именно ее преподаватели и выпускники в дальнейшем прославили музыкальное искусство страны во всем мире. Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, представит лучших выпускников Академии. В числе участников – ее действующий ректор, пианист и композитор Фархад Бадалбейли, знаменитый азербайджанский пианист Мурат Адыгёзал Зади, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, тенор Самир Джафаров, легендарный Ханян Ди, исполнитель Мугамов, Алим Гасымов и другие. «26 октября 2021 года в Большом зале Московской консерватории прозвучали произведения Баха, Генделя, Пуччини, Пуленко и других западноевропейских и русских композиторов. Но подлинной жемчужиной этого вечера стала музыка национальных классиков. В исполнении азербайджанских солистов прозвучали сочинения основателя Бакинской консерватории Узеира Гаджибекова, а также Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи и многих других». На концерте присутствовал заместитель председателя правления регионально-национальной культурной автономии азербайджанцев Московской области Алиев Гашим, который выразил признательность всем артистам, приехавшим из родного Азербайджана. Организатором такого знаменательного мероприятия, фонду имени Гейдара Алиева и сотрудником посольства Азербайджанской республики в России. Выражаю искреннюю глубочайшую благодарность организаторам этого чудесного концерта, который был посвящен столетию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова. Прекрасный концерт, на высочайшем уровне прошедший. Мастера азербайджанской музыкальные мастера оказали высочайший класс мастерство. Особенно ректор Фархад Бадалбейли, народный артист СССР. И заключительная песня Алим Гасымов и его дочка, это тоже было завершающий Карабах-Шесаси. Прекрасный, на высочайшем уровне прошедший концерт. Спасибо.